И всем привет, ребята, с вами Руди. Мы продолжаем играть игру Лимбо. Да. Остановились мы на моменте, где мы встретили вот это вот. Смотрите, кто-то выстрелил такого робо-паука механического. Вот ему продал, пытался нас испугать. Так, ладно. Сегодня, кстати, будет два видео. Будет видео вообще по поводу Storysmell. Что за звуки? Колесо скинул горящее. А, слышите, это местные люди. В общем, обратите внимание, у нас белые глаза, а у них черные, у них блеска в глазах нет. Возможно, они, не знаю, может, это даже и не люди вовсе. Но они нам явно не рады. Кто-то повесился. Ну, это сычок. Нас капканы попытались сбросить. А мы умнее. Понятно, веревку они подняли. Бежим дальше. Лягушки. Паук, он их убил. Кстати. Бежим, бежим, бежим. А, смотрите. Те ждем, пока паук наступит. Чтобы он понял нам это. Блин, надо. Ой. Сегодня жилец. Опять же, управление очень удобное, поэтому надо очень играть не очень привычно. Так, давай, давай. Попытка номер два. Я чего не допрыгиваю? Попытка номер три. Еще не допрыгиваю. Вот, я понял этот момент. Он находится именно таким образом. Я почему-то не допрыгиваю. Может, я даже не слишком рано прыгаю. Так. А как?
Если я буду еще много раз умирать, то я просто вырежу. Наконец-таки. Беги, беги, беги. Покупал. А, я понял. Беги. Там паук едет. Что получил? Это все, пока мы избавились. А мы все еще в лесу? Это вон ямки. Там ветер какой-то на заднем фоне. На каком-то поле. Да, да, видите, там ветер. Ну-ка. Там на заднем плане какие-то постройки, что ли. Ты еще все тяжелый? А, он с одной лапкой. Я помню, эту лапку надо ему оторвать. Извиняй, паучок. Так надо. Вот эти. Прям можем его катить. Да, чё-то сами виноват, не бегу было за мной гнаться. Если бы не гнался, был бы жив. А так что извини. Блин, ты уже сам не выживешь, ты без лапок. Так что... Мы тогда воспользуемся как мостом. Вороны, клетки какие-то. Да, там само название планеты постройки, верно, видимо, если те люди живут. Ему ящик скинули. Теперь как бы и теперь мы им воспользуемся, чтобы залезть наверх. Какая-то пещера. Слышу воду. И что-то плавает в воде.
Там был еще такой человек с червем в башке. А, ты думаешь, я такой тупой? Тебя нас дразнит. Думаешь, что мы пойдем туда? Но мы умнее. Здесь у нас есть трубик. Сейчас мы его возьмем. А что, думал, что мы такие дураки, что ли? Пойдем под ловушку. О, смотрите. В общем, у нас есть такие вот существа. Похожие на барнаклов из Калфы. Вообще, на самом деле, лимбы имеют некие схожества с порталом, если так подумать. Вообще, показывает, что черви боятся света. То есть, типа... Черви... У червей этот свет губителен. А, я помню. Смотрите. То есть... Здесь нельзя наступать... А то, что это под этим поршнем, кроме этой кнопки. А здесь наоборот. Так, если мы наступим... А, то нас раздавит. Ты тебя же не заделай. А, на самом деле, я так вот запрограммированной игрой. Если бы ты задеваешь, то ты умираешь. Может, этого просто не было бага такого. Чё? Ой. Блин, а я на кулью упал. Ладно, пробуем еще раз. Все, они бегут за нами. Один упал. Раздавила. И этого сейчас тоже раздавит. А чё? Вы сами виноваты? Чё вы за мной гонитесь-то? Это место, о котором я думаю. О, да, это оно. Смотрите, что нам здесь надо. Видите, здесь два таких вот блока. И нам нужно их понять, чтобы пройти. Сложно, на самом деле. Так... Не знаешь, прямо так сложное, но... Непростое. Смотрите. Так, теперь прыгаем, быстренько бежим. Давай, давай, прыгай, прыгай, хватай. Я не успел. Там что-то упало. Еще раз. Есть.
И рано раскачаться. И прыгнуть вон туда. Я не успел ее. Что делаешь? А, это блоки так стукают. Я думал, что где-то там стучит. Это блоки, оказывается. Раскачиваемся. А так я слишком тороплюсь, поэтому не успеваю. Ну, а тут уже начались головоломки. Судя по всему, это что-то металлическое. Судя по звуку. Попробуем еще раз. Есть. Успели. Мы пошли это место. Вот чё. Это зверюшка. О. Смотрите. Это не я иду, это он сам идет. Посмотрите. Это он сам идет. Я могу только ускориться, прыгнуть, остановиться и замедлиться. Остановиться я не могу. А вообще могу повиснуть. Смотрите. Все, двигаем ящик. Есть. Самогайся для этого паразита, который проник к нам в мозг. А таким вот образом это будет делаться. Я помню это место. Мы сейчас его обойдем и на этом закончим. Еще такая вот... что ли лягушка, что ли собака. Смотрите, они сейчас и на... Ну-ка. Ссыки, что нам надо. Видите? Нам здесь нужно что-то сделать, чтобы пройти. А есть мозг, так мы не можем. Можно записывать сюда. Это вообще-то ничего не даст.
Опа. Это все. Сейчас мы его загоняем вот сюда. Он начнет лететь. Да, смотри, что мы сейчас сделаем. Опа! А, не надо лететь, надо подержать. Сами смогли вызвать дождь каким-то образом. Не знаю, каким мы это сделали. Думаю, что я этого сами закончу. В следующей серии мы с вами продолжим приходить эту замечательную игру. А пока что всем спасибо за просмотр. С вами был Руди. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и до новых встреч.